и заканчиваются новогодние каникулы, самая любимая пора детворы. Спектакли, походы в кино, встречи с друзьями, веселые прогулки. Как только не проводили ребята эти 10 дней. Но есть мероприятие, на котором хотя бы один раз побывал каждый ребенок. Конечно, это новогодняя елка. Смех, веселье, шутки и подарки – главные атрибуты этого мероприятия. Как проходила новогодняя елка в поселке Совхоз имени Ленина и чем организаторы смогли удивить ребят, рассказывает Татьяна Акимова. Вот уже в течение 6 лет в первых числах Нового года для детворы поселка Совхоз имени Ленина администрация поселения проводит шумный и веселый праздник – елку главы. В этом году она состоялась 2 января. По традиции, перед новогодним спектаклем ребят ждала развлекательная программа. На этот раз она была не совсем обычная. В фойе Центра культуры для мальчишек и девчонок проводились мастер-классы. За первым столом ребята под руководством преподавателя Дома культуры мастерили поделки из бумаги. Я как бы подготовила и для совсем маленьких, которые вот могут сделать аппликацию. Для детишек постарше вот такой вот как бы бумажный конструктор. Ну вот получается потом вот такой шарик на елку. Рядом детвора с радостью играла в русскую народную потешку «Зайчик на пальчик». Только вот зайчика нужно было еще сделать из лоскутка ткани самостоятельно. А Катя Балтина выбрала коллективное творчество. За этим столом дети все дружно вместе рисовали. Мы рисуем снежинки на лошадке, чтобы обрисовался силуэт. Желающих творить было так много, что приходилось занимать очередь. Да и родителям такая идея пришлась по душе. Очень увлекательно и что-то развивающее для детей. Гораздо лучше, чем хороводы, к которым они уже привыкли. Но без новогоднего хоровода никуда. Чуть позже ребят постарше и самых маленьких гостей мероприятия скоморохи пригласили в нарядный зал с красавицей-елкой. Здесь их ждали шумные игры, песни, стихи. Заглянули к ребятам и Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Главным сказочным подарком всем участникам «Елки главы» стал новогодний спектакль «Волшебная сила добра», поставленный столичным театром на Перовской по мотивам русских сказок. Волшебная история двух сестриц Настеньки, учтивой, трудолюбивой, и Марфуши, жадной и завистливой до чужого счастья, оказалась не только интересной, но и весьма поучительной. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, лапушка? Мне жарко и холодно, не знаю. Я вижу, не весело тебе вовсе. Елка главы, первый праздник 2014 года, задала хорошее настроение на весь наступивший год маленьким и взрослым жителям поселения. А впереди у ребят еще много увлекательных мероприятий и ярких концертов. Нашим маленьким жителям очень хочется пожелать, чтобы они росли здоровыми, крепкими, на радость папе и маме. И чтобы у них было как можно больше радостных, детских радостей. Сбылись их мечты. Мечты, особенно загаданные в новогодние праздники, обязательно сбываются. Тем более взрослые делают для этого все возможное. Татьяна Акимова и я, Дамья Елена Кошелева, «Видное ТВ».